За прошедшую неделю сотрудниками управления ФСКН по Ивановской области из незаконного оборота изъято более 5000 разовых доз героина. В результате одной из операций наркополицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась доставкой и сбытом оптовых партий героина в Кинешемском районе. Сотрудники наркоконтроля задержали 5 членов этой группы, в том числе предполагаемого организатора. В результате обысков в местах проживания подозреваемых были обнаружены изъяты 11 свертков с героином. Все задержанные арестованы и помещены в следственный изолятор. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.